В городе праздник. Мазыряне веселятся от души. Песни, пляски, парады и представления. Кажется, что иначе и быть не может. Все идет четко, празднично, весело, без сучка и задоринки. А за всем этим ярким и праздничным стоит труд сотен человек, которые посвятили себя ее величеству культуре. Эти люди не знают выходных. Праздники для них – самые напряженные и ответственные рабочие дни. Вот уже почти четвертый десяток Ирина Алексеевна Фещенко, директор Дворца культуры «Строитель», один из главных организаторов мозырских праздников. Под ее руководством и Дни города, и Дни независимости, и митинги, и концерты. Призналась, не раз хотелось уйти из профессии, но профессия не отпускала. Я выбрала ее давно, еще в молодости. Поэтому уже когда я ее бы хотела поменять, уже было поздно. Поэтому я решила в этой профессии идти до конца. Так как она, конечно, мне нравится, если бы мне не было такого огромного желания, то я бы, конечно, давно ушла из профессии. А тем не менее, я все-таки люблю эту профессию. Хотя она не сказать, что она сложная, вот, не очень, может сказать, высокооплачиваемая. Эта профессия как наркотик. Аплодисменты, крики «Браво!», тысячи восторженных глаз. Многие признаются, нравится, затягивает. Но мало кто скажет, сколько было потрачено сил, времени, нервов. Когда это идет от души, от чистого сердца, и когда ты видишь зал стоящий, хлопающий аплодисментами, гордость переполняет чувства наших артистов. Поэтому это всегда легко. Трудно. Очень трудно заниматься физическим, так сказать, спортом, можно сказать, искусством, да. Но, тем не менее, мы гордимся своими победами, мы прославляем, в общем-то, прославляем нашу страну и пытаемся достичь всех наших целей, которые поставили. В зале ГДК еще будут звучать десятки поздравлений, но уже сейчас здесь сияют звезды различных профессий. Библиотекари, артисты, искусствоведы, музейные работники, музыканты. Главную сцену дворца оформили как квартиру. Хотели показать, культработники, большая, более 700 человек, дружная и талантливая семья. Достижений, высот, творческих планок поднято немало. О них – выступлении талантливого дирижера Звездного Мозырского оркестра Ирины Мироновичевой. Своими победами люди творческие прославляют район. Это точно знает ныне представитель власти, но человек из культуры. Заместитель председателя исполкома Феликс Галюк. Мозырский районный исполнительный комитет и районный совет депутатов на самом деле дают самую высокую оценку вашей деятельности, вашему труду, вашей работе. Так на самом деле оно и есть. Потому что каждый из вас, кто сегодня находится в этом зале, кто не присутствует на данном торжестве, делает огромную работу для того, чтобы создавался продукт культуры. В этот день на сцену приглашали лучших из множества лучших. Грамоты, благодарности, дипломы. Но даже в свой праздник работники культуры не могли быть простыми зрителями. Концерт для коллег был особенным. Особенные в ответ были и аплодисменты. И в зале, и на сцене все хорошо одинаково знают, какой это тяжелый труд – дарить праздник и настроение. Светлана Грудько, Олег Фицнер, телеканал «Мозырь».